Марго Робби только что отметила 30-летие. Самая популярная сейчас актриса. Она заменит самого Джонни Деппа в «Новых пиратах Карибского моря». Уверяю, она настоящее чудовище. Она куда опаснее дикого зверя, голодного дикого зверя с острыми клыками и когтями. Привет! Солнышко! 21 год исполнился сыну Синди Кроуфорд, Пресли. У молодого человека обнаружилось психическое расстройство. Синди с мужем нашли психотерапевта. Лечение продолжается. Синди надеется, что госпитализация не понадобится. «Навсегда мой маленький мальчик», подписала Синди детский снимок. Развод недели. Кристина Ричи – злобная девочка из семейки Адамс. 40-летняя Кристина разводится с мужем, оператором Джеймсом Хердигеном. Потребовала через суд единоличной опеки над 5-летним сыном Фредди, а себе – охрану. Во время ссоры Джеймс плюнул на нее. Теперь в сети его называют только так. Какой, однако, верблюд. Охранный ордер Кристина уже получила. Теперь Джеймс не может к ней приблизиться, а борьба за сына только началась. Лето, где же откровенные купальники? Их нет. Самый модный в этом году купальник слитный. Сара Джессика Паркер скрывает результаты месяцев дома, а Кит Хадсон даже такая модель не помогла скрыть появившийся живот. Супермодель Белла Хадид нашла способ показать фигуру и в городе. Просто надевает кардиган на голое тело. Расстегнутые на животе кофты – главный тренд сейчас. Деми Мур сняла одну маску, чтобы надеть другую – увлажняющую. Хелена Кристенсен использует массажер для лица из камня. Наконец, есть время. А Николь Кидман прижимается к пушистому коту. У нее такая терапия.